Самое лучшее видео Ферамира. Раз, два, три. Всем привет, с вами Азлагор. И я сейчас нахожусь дома у Влада Ферамира. Если вы не знаете, что происходит, ребята, Влад, похоже, сошел с ума. Если вы не знаете, из-за чего, посмотрите, пожалуйста. Влад, сейчас приедут. Подожди. Так, подожди, так, подожди. Так, или... Всем привет, ребят, с вами Азлагор. Что в нашем зомби-овоще-друге все-таки еще есть... Что-то человеческое. Вот это. Вот это 100%. А, Ферамир срет. Добрейший утречочек на канале Игоря Азлагора Пидораса. Привет, ребята. А передаю привет этим дебилам с канала Азлагора. А также передаю привет своим ребятам, которым понравилось то, что я спиздил канал Игоря и Витя. Это же не лошары. А теперь я пошел срать, блять, на канале Азлагора. Сейчас его говнецо пока. Срал, ребят, вы видите, все там, ну, не до конца, конечно, смылось, но это, в принципе, не важно, похуй. Так, или? Раз, два... Я сейчас нахожусь дома у Влада Ферамира, если вы не знаете, что происходит, ребята... Это уже как будто было, не? Два, сто... Все. Нет, то, что посрал, украл канал и посрал, гениально. Так, дальше. Это же моя квартира! Теперь нет. Моя! Соплю не пускай там, Ферамир. Так, так, рекламная пауза, ладно. Вот, снимаешь влог, что ли? Всем так. Привет, ребят. Все не культурно. Ага, или? Все, давай. Я начал запись, просто на нас наводи, Игорь. Игорь, что, давай. Что ты хочешь? Просто сюда садись на пол, и сейчас мы запишем обращение. Прямо чё, сейчас. Да. Неважно, друзья, который был поставлен специально с целью создать новый жанр. Новый жанр на Ютубе, реалити-блогер-шоу или что-то в этом роде, который уже на данный момент у нас попытался и уже сделал Погиат PewDiePie, самый известный... Так, взяли. Так. Я, Ферамир, прячусь под кроватью от снайпера. Раз, два, три. Начало записи, добрейший вечерочек. Друзья, у меня, к сожалению, вам очень плохие новости. Вы не представляете, где я сейчас нахожусь. Хотя вот по сути этого вы можете понять, что я нахожусь сейчас под кроватью. Вы можете подумать, что я сумасшедший. Возможно, ребят, я уже ничего не знаю. Может быть, я сумасшедший. И мне кажется, потому что меня преследуют. Почему я так подумал, ребят? После того, как я проснулся, и мы вышли из состояния сумасшествия, мы с Викой, моей любимой девушкой, поехали в Киев. И там я видел то, что постоянно за нами ездила черная Волга, друзья. Одна... Так, а вот это? Ага. А, просто когда... И они... на Черная этаже, Волга, без Черная номеров. Волга, естественно. Так, вот это. Жесть на стриме, интим Ферамира и Вики. Охуеть. Да. Тот донат, который будет минимум там рублей 200-300, мы его выполним. Минимум 200-300 рублей. Блин. Ага. Микрофон выключи, Влад. Это гениально. Это гениально. А тут? Я не сплю! Я в деньгах, потому что я обмазываюсь, я сплю в деньгах! Этими деньгами я вытираю все сопельки и какашки, когда я какаю, уж у меня много денег! А те, кто мне пишет, что я тупой, вы просто завидуете, потому что сами тупые ушки не можете заработать деньги и обмазываться деньгами! Я вообще хочу удалить YouTube канал, потому что на YouTube все тупые ушки не могут зарабатывать деньги, как я! Я накрутил просто всех подписчиков ВКонтакте, поэтому стал популярным, захайпился и заработал на вас в ушках деньги! Если все-таки у меня хоть один зритель есть умный, то в описании есть ссылка, как накрутить подписчиков во ВКонтакте на ВК Микс, стать хайп популярным, как я, и на Муки... Блять, я даже не знаю, ну, наверное, ебля. Так. Раз, два, три. Начало записи. Дабы... Подождите, ребят, по-моему, кого-то я слышу. Давайте отойдем отсюда.
Добрейший вечерочек, ребята. С вами снова я, Феромир. И, о чудо, Феромир жив, ребят. Держите себя в руках. Но это не главная новость сегодняшнего вечера, этой ночи. Так, потому что... или... Тим отправил куда-то сообщение. Ребят... Мы не хотим умирать под пытками. Помогите, пожалуйста, распространить. От раз, два, три. Игорь, давай, садимся сюда. И мы сейчас, ребята, расскажем вам последнее видео. Я даже не уверен, что мы его сможем залить. Нет? Игорь, сядь. Игорь, сядь. Игорь. Подожди. Игорь. Или 7-й этаж. Либо мы зайдемся в полиции нас уже сможет найти вот СБУ это, и до нас... Что их СБУ ищет вся хуйня. О, блядь! Да, прежде вчера... И мы видели. Хуйня, естественно, хуйня, потому что, ну... Я не буду сидеть. Ты снимаешь? Они тебя не убили, вот. Пожалуйста. Присядь. Сто Раз, два, три, начало записи, добрейший вечерочек, ребята, с вами снова я, майнкрафтер Феромир. Ага. И сегодня в этом видео я бы хотел вам показать переписку мою с таким человеком, как Ян Гордиенко, более известный на ютубе, как Ян Го, друг Иванга. Хайпим. А, просто нарезка? Пустили дверь, подожгли. А я, которую, я думаю, ну, тоже... Ну там не Феромир вообще. Так, блядь. Раз, два, три. Добрейший вечерочек, ребята, с вами снова я, Майнкрафт и Феромир. И как вы видите, левая моя рука, ребята, сегодня целая, здоровая и без гипса. Потому что в прошлом видеоролике я снял гипс с левой руки, и теперь я могу работать двумя руками. Я вернулся к себе домой, на свою квартиру. Я был в длительном изгнании почти месяц из-за нападений и угроз хейтеров, как вы знаете. Папа купил мне штангу и этот тренажер, который находится за моей спиной. И сегодня я буду сжать на грудь штангу. Так, или... Всем привет, с вами Аслагор, и у меня для вас не очень приятная новость. Ребят, дело в том, что Феромир начал ходить. Он теперь реально как ходячий мертвец. Ребят, Феромир теперь зомби. Настоящий ходячий зомби. Он теперь представляет очень большую угрозу для всех окружающих, ребят. Но смотрите, у меня есть офигенный пакет для трупов. Видели, да, в фильмах вот таких пакетах? Типа, когда нужно... Попался тупой зомби! Зомби. Так. Блять, мой любимый клип. Или посмотреть на ютубе. Почему? Для видео установлены возрастные ограничения. Так, господа, сейчас, секунду. Я не очень понимаю, почему здесь возрастные ограничения, пока я вижу только вот это. Так, я, наверное, понял. Я проснулся среди ночи, и Вангай... Я не могу показывать, я не могу, там это Вика в лифоне. Гомосексуалист, его бросила девушка, но не меня, потому что я альфа-самец, я удовлетворяю девушек. Вика подтвердит, да. Мы идем, чтобы показать, какой гей Ивангай. Йоу! Гей Ивангай пропустил в бороду, в бочину. Он гей, гомосексуалист. Я могу удовлетворить любую девочку, Вику. И даже Марьяну. Марьяна, ты меня слышишь? Я удовлетворитель. Да-да-да. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Так, или клип вот такой. Или вот такой клип. Но он мне реально нравился. Меня не полюбила жизнь. Остается быть самим собой. Давай! Нет дороги в мир. Это игра, в которую я тащу себя. Я готов. Меня не падает. Сука, вот это точно не сперма летит. Или что это нахуй охуенно. Блять, бедная эта Вика нахуй. Она только с ним начала встречаться. Он такой, сейчас будешь голая сниматься. Мы будем орать со Злагором всякую хуйню. Ты должна сняться голая сейчас. Да, Феромир. Здесь остается быть самим собой. Давай! Это рыбник. Это игра. Постоянно в каждом видео она нахуй в лифоне лайк. Топ. Так, его избили или... Ты че, охуел, блядь? Ага. Вечерочек, ребята, снова я, Майнкрафтер Феромир. Ага.
Я записываю это видео буквально через полчаса после того, как Звугор меня избил на стриме. Не, ну ты чё охуел, блядь, это легендарка. Раз, два, три, начало записи, добрейший вечерочек, ребят, с вами снова я, MC, Майнкрафтер, Ферамир, а.к.а. 47-я хромосома, и сегодня я решил записать свой музыкальный клип на песню Егор Крид, мне нравится, премьера клипа 2016, это видео я заебанного клипа с девушкой. Бля, когда-нибудь я сойду с ума и буду делать то же самое. Все твои минусы, на мои минусы, как ни крути, пойду. Она будет раздеваться, просто если не будет... А! Мне нравится, когда твоя красавица улыбается. Мне нравится. Охуенно. Или... Правое невозможно вынести. Так, их бой. Бля. Или новый клип Ферамира, МС Ферамир, бабки не брать. Нет денег, нет взаимности, одиночество, голод. А я не видел. Друзья испарились. Я один, за окном другая страна. Конечно, бой. Естественно, бой. Конечно, бой. Ну-ка, ну-ка, давай, давай, родная, тушься, давай. У меня сейчас родится дочка. Ой, я пытаюсь, я... Ага, или... Всем привет, ребят, с вами Азлагор. Посмотрите на Ферамира возле меня, сейчас очень важно. Смотрите, он меня не пытается съесть. Он немножко, ну он немножко пытается, но не сильно. Тихо, ага. Успокойся. Видите, ему стало лучше. Это означает, ребят, то, что, возможно, еще есть шанс. Хотя я, конечно, не уверен, но мне кажется, есть. Я объясню, почему это... Зомби Ферамир слюнявый. Так, утонул ли овощ Ферамир? Всем привет, ребят, с вами Азлагор и овощ Ферамир. Сейчас мы находимся на пирсе. На море, то есть посреди моря, по сути. Вы проголосовали у меня на страничке ВКонтакте о том, чтобы я скинул Ферамира в море. И сейчас я по вашим просьбам это сделаю, ребят. То есть очень многие проголосовали, в принципе, все очевидно. Возможно, это, конечно, его потопит, он утонет и рипнется. Либо же, ребята, он всплывет и станет сильнее и вылечится. Я очень на это надеюсь, ребят. Все, в общем-то, я так думаю, что наш овощ готов. Если даже не всплывет, я думаю, он будет отличным морским огурцом. Все, ребят, давайте, в общем-то, сейчас мы возьмем его вот так вот. И... давай, нормально сейчас. Все, ребят. Ну что ж, он... В общем-то, короче, он туда упал. Я думаю, что он всплывет, хотя, возможно, и нет. Так. Нет, ну нет. Он что, совсем офигел? Ребят, ребят. Я еле как попал в стул, подождите, сейчас я возьму микрофон. Блин, наушник сломал, ребят, вы сейчас просто офигеете. Я только сейчас пришел с пробежки, готовился к бою в Майнкрафте со Злагором. А Злагор, ребят, он офигел. Такого я даже от него не ожидал, он просто, ребят, офигел. И я уже подсказал, про кого я сегодня буду говорить, про Злагора. Я сейчас весь запыхавшийся, и да, вы сейчас просто офигеете. Или стелс. 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 Стелс лучше, где он стелсит, прям по квартире, у него хп есть, стелс. Похоже, мне... Так. Второй этап. Бой или СБУ? Бой. Клип или трах? Блядь. Не знаю, но мне клип нравится. Но тут трах был. Я смотрел вот этот стрим полностью, потом они просто ушли в магазин и через 2 часа вернулись. Ага.
А. Ага. Ага. В общем, ребята, Влад решил зайти в душ. Беру нахуй. Так, ну была покринжовая песня. Ты чё, охуел, блядь, или песня? Ну, охуел, окей. Так, я сру дома у Злагора, это 100%. Я прячусь под кроватью от снайперов. Так, сейчас. Всем привет, ребят, с вами Азлагор. И сегодня у нас очень необычное видео, потому что вместе со мной сегодня будет великий маг, экзорцист Олежа. Так, так. Руки-то убери свои. Мы будем задавать вопрос для Фирамира, для духа Фирамира, и он будет нам отвечать на него да или же нет. Итак, это просто поразительно. Олег, Олег. Поразительно, поразительно, ребята, он нас слышит, он нас слышит. Окей, окей. Это гениально. Так. Всем привет, ребят, с вами Азла. Как утопил смешно. Так. Та-та. Ну, блядь, тут очевиден победитель. Если было бы полное видео, когда он еще его бензином обливал, я бы взял вот это, но тут трах Фирамира и Вики, это, ну, легенда. Тоже легенда. Так. Фирамир срет или его дух допрашивают? Срет. Гениально. Так. Та-та. Меня лишили мужского. Драка. Драка, драка, драка. Так. Трах. И... ну, блять, понятное дело. Так. Ну, понятное дело. Так. Интересный, хороший тест. Красивый. Большая, колоссальная работа. Снимаешь, да? Проделана была. Ребят, буквально только что я пришел домой к Фирмиру. Ага, да, да. Статистика турнира. Ну, очевидно, очевидно, это самый популярный мем. То, что актер без Оскара я скипнул, потому что там просто нарезка какая-то, а не настоящее видео. Вот, они лишили меня мужского достоинства, я считаю, должно быть на первом месте, но я, собственно, согласен. Самая хуйня — это где обычное видео, да и похуй, как бы.